может и меньше, может у нас меньше техники, но мы сильнее. Потому что мы воюем за свою землю, за свое. Они воюют почему-то приказу, призыву, принудительно. За каких-то олигархов, Порошенко, Коломойского, кого там еще. За этого педофила, пидораса, Ляшка. В рот его ебал. За Яценюха. За Яценюха, за Тимошенко. И что, они вам дадут что-то? Если ваша Тимошенко как-то бизнес с вашими органами делала, с трупами солдат, вырезала органы и продавала их в Европу. Такой был у нее бизнес. И она не одна такая. Мы победим. А они нет. Лучше сдохнуть, для бизнеса. Да. Никогда мы с ними не будем братьями после того, что они сделали. И делают с нашей землей. Уже стрельба начал. А? Уже стрельба начал. Это в одну сторону. Это обычный день. Это украинские здесь стреляют. Да, украинские стреляют оттуда, из-за танка. Пускай лучше мы сдохнем. Но дети наши, внуки наши будут жить не под фашистами, а наш родной будет кормить. И Россия не агрессор. Если бы Россия была агрессор, то она бы не санкции вводила против ЕС и Америки. Не ответные санкции, а другое кое-что. То, что у нее производится лучше всего. В Европу лезть с голой жопой. Например, вот такое. Нормально жили бы в России, в Беларуси, никто бы хорошо. Не хотим мы в Европу. Россияне нам, брат. Со Славянска банка звонит в Киев, а как выехать? Типа горячая линия, вот, помогает выехать со Славянска. Всем привет, родным, знакомым. Папа, мама, брат, Олег, Андрей, Дима, тетя Юля, привет. Всем друзьям, Олег, Алена, Руся, Настя. Зугрессу привет большой. Зугрессу, да. Моя родина Зугресс. Родился там. Мы за них и стоим. Ясиноватый, привет. О, Штук, ясиноватый. Всем большой привет. Мы стоим до конца, стоим за вас, за всех. Не забывайте и помогайте. Да, мы не позволим. А молок, можно? По тебе сколько лет? 17 лет. И ты уже 17 лет. Да, скоро будет 18 в декабре. Ну где это колонна? А ну скажи-ка свой номер телефона. А как вы относите твой враг украинский? В краде? Как вы относите их? Как вы, ну, считаете их как солдаты, человек? Относимся к ним? Я скоро буду в этой раде. Там одни воры. Преступники. Воры. Где-то как... убийцы, блин. Педофилы еще. Вот которые только могут дать приказы, чтобы бомбить детей, ну, и стариков. Ну, так, вчетвером, два, мало того, что насилуют детей, так может уже скоро на стариков перейдут тоже. Воры, олигархи. Они далеко от народа, они не знают даже, как народ живет. Я привет комсомольцам передавал. Ну да. Ребят, чтоб у них на лбу вырос. А сегодня выбор в Киев. Что это такое? Это мы не считаем их выбором. Привет, жене. Мы свой выбор сделали. Когда у нас референдум был, мы сделали свой выбор. Ты снимаешь? Остальные выборы. Да? Мы выбрали свободу. Жене, детям привет. Теща, привет. Порошенко самозахват он сделал. Мы их вам не пустим. Добился. Мы за него не голосовали. Он нафиг не срался. Деньгами. Вон, посмотрите, что они сделали. А это был международный аэропорт. Делали, поразрушали. Миллиарды денег ушло. Когда готовились к Киеву, делали полностью. И мы никакие не русские наемники. Я с Зугресса, он с Зугресса, ты с Ясиноватой, да? Ясиноватой. Все мы из Донецкой области. Ну да, Ясиноватой. Нет у нас наемников никаких. Все россияне с Ясиноватой, с Зугресса. Многие даже не служили, типа, как я. И они сами же нарушают это перемирие. Да нет, еще... Нас провоцируют, стреляют в нашу сторону. Нам приказ дал не стрелять, мы не стреляем. Еще как-то они, может, неделю назад... Попросили своих убитых забрать там с терминала, чтобы не воняли, до 12 часов. Еще хотели пригласить ОБСЕ. Ну, вроде как пригласили. И два раза его нарушили, это перемирие. Были артобстрелы в нашу сторону.
Они постоянно. Да, холодно. Ну а что ты думаешь, ни окон, ни дверей, как ты думаешь, на полу. Да половая жизнь, ой, что-то сильно отдает, ну, по костям и по всему внутренностям. Пытаемся как-то утеплиться. Ставим буржуйки, палим костер, чаи, пьем. Кушаем горячую тушенку с мининой. Живы. Не попрем. Покушать есть. Да. Сигареты есть, нормально. Главное, что есть желание. И смелость. Все будет хорошо. Да, все будет хорошо. А как красиво, когда смотришь просто так, да? Когда без руин. Да, до войны как-то не смотрел на эту фигню, что что-то красиво у нас, не замечал. А, да. После всего смотришь и такой, да. За эту землю стоит легче умереть, чтобы эта земля была наша.